С вами retail.ru, мы продолжаем общаться с нашими гостями. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о роде вашей деятельности. Компания Nitsum многие годы работает на рынке коммерческой недвижимости. Мы занимаемся диджитал-решениями. В принципе, делаем огромный спектр различных возможных интересных вещей, в частности, интерактивная навигация, маркетплейсы для торговых центров, вообще виртуализация торгового пространства. Очень впечатляющий, я думаю, абсолютно логичный вопрос. В период коронавирусной инфекции какие решения вам пришлось принять, какие меры для того, чтобы... Внутри компании. Внутри компании, разумеется, для того, чтобы все оставалось, все проходило в положительное русло, чтобы это все ушло. На самом деле, так как компания Nitsum работает в диджитал-среде, и для нас не было большой проблемы большую часть сотрудников перевести из офлайна в онлайн. И, естественно, все работали удаленно. И, в принципе, я бы сказал, какие-то моменты качество работы даже улучшилось. То есть удар вы приняли более чем достойно? Безусловно, конечно. Иначе бы нас здесь не было со стендом. Мы благодарим вас за ваш ответ. С вами retail.ru. Оставайтесь с нами.